Привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас с вами гид по каталогу Avon номер 11. Будем вместе листать, выбирать, советоваться, обсуждать. На развороте у нас очень хорошая акция на моноароматы, и каждый за 299 рублей. При покупке двух, а при покупке трех аж за 249. Я ощущала аромат вот этот Velvet Ampere, мне очень, кстати, понравился. Пахнет он довольно дорого. Я удивилась, что за такие деньги можно купить интересный аромат. Знаю, что они не очень стойкие, но купить за такие деньги аромат и менять его хоть каждый месяц, каждую неделю, это вообще круто. Ну и вот этот, которым у нас представлен, можно понюхать его, тоже очень такой вот интересный. Спарки цитрус, да, получается цитрусовый аромат, довольно свежий, летний, хороший, мне тоже он понравился. Но я остановилась, конечно, на других ароматах, потому что у меня есть в Avon любимчики. После того, как этот каталог вообще в моих руках оказался, у меня, наверное, 90% ароматов, что здесь представлены, в любимчиках. Мужской мне понравился очень вот этот по аромату. Но, судя по стоимости, он, скорее всего, тоже не стойкий. Но вот по запаху я прям сделала себе закладочку. Я хочу, чтобы от моего мужа пахло именно так. Помадки Ультра у нас на 13-й страничке. Тоже по акции представлены. 199 рублей стоить будет каждая. И я уже могу дать полноценный отзыв об этой помаде. Она мне очень понравилась. У меня вот такой оттенок зимняя роза. И в своем заказике я вам ее показывала. Вот она. Вот так она выглядит в стике. Это очень натуральный, красивый цвет. С каким-то таким, вот знаете, золоченым подтоком. Тоном, что ли, с золочеными блесками. Вот сводчик. Вот так она выглядит на руке. Сейчас я вам поудобней покажу его где-нибудь. Вот так. Вот. И она очень красивая и потрясающе смотрится на губах. Это практически нюдовый оттенок с небольшим шиммером и блеском, который подойдет и брюнеткам, и блондинкам. Ну, классный цвет, я не ошиблась, очень рада. Она, конечно, не стойкая, она быстро сходит с губ, приходится часто подкрашивать, но она сходит безумно красиво. Не забивается никуда в складочки, не растекается. Она просто потихонечку теряет как бы свой цвет насыщенности. Все равно вот этот пигмент от этой помады остается на губах даже после еды слабенький. Это тоже смотрится очень достойно, очень красиво. Красиво. Поэтому я, скорее всего, буду повторять эту покупку в каком-то другом оттенке. Тоже хочется мне вот и кофе глиссе попробовать, и вот этот нюдовый оттеночек очень красивый. Поэтому помадку советую за 199 рублей купить такую помаду. Это нормально. Девочки, на странице 17 представлен один из моих ароматов. Это Incandescence. Я знаю о нем давно, и он действительно мне нравится. Но все, видимо, приходит с возрастом. Если раньше я любила легкий и свежий аромат, сейчас мне хочется уже чего-то терпкого, дорогого, знаете, с нотками, может быть, даже древесными. Ну, в общем, все приходит с возрастом, вы меня поймете. Это один из моих любимых ароматов. Я пока не буду брать полноразмерки. Я, наверное, запасусь малышками по 10 мл или пробниками. И буду выбирать все-таки, какой же у меня окажется фаворит. На эту серию знаю тоже очень много положительных отзывов. Это у нас страничка 23-22. Очень хочется попробовать, но заказывать не буду, потому что я сейчас иду по программе для новичков пятишаговой, и там эти продукты есть в подарках, поэтому буду ждать подарочков с нетерпением. Девчонки, искала в каталоге, не нашла вот это средство Avon True Color для снятия макияжа с глаз. Хотела оставить вам свой отзыв, потому что, ну, мне вообще не зашло, вообще не понравилось, не знаю теперь даже, как его использовать, куда его деть. И не понимают, почему до сих пор некоторые производители разрабатывают такие средства. Сейчас полно очень деликатных мицеллярок, которые комфортно и нет никаких неприятных ощущений, снимают макияж со всего лица. Вот это молочко, ну, не знаю, это полный провал. Здесь такой вот дозатор. Оно беленькое, я наносила на ватный диск и смывала с макияжа глаз. Ну, так же, как здесь и написано, собственно говоря. И, ну, это ужас. Во-первых, снимается плохо, размазывается все под глазами. Глаза щиплют. Потом смываешь это дело все водой, и все равно такое ощущение, что на глазах какая-то пелена. Вообще не советую никому брать вот эту гадость. Я, как уже сказала,
очень много сейчас мицеллярных водичек, которые и с задачей справляются лучше, и дискомфорта такого не оставляют. Очень хочется попробовать крем для рук со страницы 26-27. Это у нас линейка Kia, и здесь просто такой размах, что не знаю даже выбрать, что. Девчонки, если вы пользовались кремами для рук, посоветуйте, пожалуйста, какой из них питательный. У меня очень сухие руки, и я пользуюсь довольно жирными питательными кремами даже летом. 70 рублей любой крем, это, конечно, здорово, цена потрясающая, 75 миллилитров объем. Но какой крем выбрать? Напишите, пожалуйста, какие вам понравились крема больше всего из этой. Пока не слышала ни одного отрицательного отзыва на средства для интимной гигиены. Мне очень хочется попробовать мусс. Я видела его в обзорах. Мне кажется, это самый удобный формат для интимной гигиены в виде мусса. Обязательно возьму его на пробу, расскажу вам потом, что как. Ну, сколько обзоров я не смотрела, как бы нет плохих отзывов на эту линейку, поэтому возьму. Мне как раз заканчивается мое средство за 135 рублей. Хорошая цена. Шампунь, драгоценные масла. Для меня это отдельная история. Страница 34, я буду их называть для вашего удобства. Вот линейка драгоценные масла. И как меня не отговаривали его брать, потому что он жирнит волосы, я все равно взяла и довольна. Если у вас сухие волосы, выжженные, как у меня, я вам очень советую попробовать эту линейку, потому что мои волосы просто в восторге. Даже после первого применения у меня такое удивление было, когда я помыла голову, и такое ощущение, что я уже воспользовалась бальзамом. Они были мягкие, гладкие, потрясающий шампунь. Корни мои, которые у меня всю жизнь жирные, он не жирнит. Поэтому я довольна на 100%, и когда он у меня закончится, как бы, я уже 3 раза его пробовала, поэтому, в принципе, он проявил себя хорошо за эти 3 раза. Я буду повторять покупку однозначно, и советую обладательницам сухим волос тоже к этой линейке присмотреться. Я довольна. Еще один аромат, который мне очень понравился, это Traction. Вот он, потрясающий. Возьму обязательно тоже пробничек, либо если он будет в 10-миллилитровом варианте, но, по-моему, он в 12-м только каталоге будет в таком варианте. Обязательно попробую. Аромат Ив, он тоже покорил меня. Но здесь такое разнообразие в этой коллекции ароматов, и хочется попробовать все. Это, девчонки, страница 49. Он потрясающий, он так дорого пахнет. Я влюбилась в него тоже с первого нюха прям. А еще и хит продаж 2018 года. Я тоже обязательно возьму его в маленьком формате. Буду носить, пробовать, ощущать. Вот этот аромат Ив тоже здесь, понимаю, так двойной флакончик. Очень дорого, классно пахнет. Супер. Водичка Petite, судя по всему, провал компании Avon, потому что новинка это написано. Я видела большое количество отзывов и ни одного довольного человека этим ароматом. Со страниц вроде как ничего, и акция хорошая там была, по-моему, при покупке 2 средств 40%. Девчонки набрали, и все просто в диком ужасе. Пахнет отвратительно, хотя вот страничку нюхаешь, вроде как и ничего. Страница 62, 10-миллилитровые парфюмы представлены по 199 рублей. И из них мне очень хочется взять однозначно Incandescence, неплохой Cherish. Far Away – это какой-то запах из моей молодости, школы, я его даже до сих пор помню. Little Black Dress тоже, мне кажется, еще с самых древних времен существует в Avon. С остальными ароматами не знакомы, в каталоге нет возможности их ощутить, но Cherish Incandescence я возьму однозначно, буду носить на себе, пробовать ароматы. Мужская коллекция Xeres представлена в наборе по 379 рублей. Это у нас страница 69, и у меня уже среди знакомых есть поклонники этого аромата, которые ждут его по акции, но говорят, что с гелем им не надо, поэтому будем ждать без геля, когда будет акция на этот аромат. Тоже хочется попробовать, может быть, и моему мужу понравится. Девчонки, люблю я матовые помады, конечно, больше, чем сатиновые. Это у нас страница 78, помада «Матовое превосходство, невесомость». И тоже очень хотелось у вас спросить, кто брал эти помадки, насколько они стойкие. Потому что если помада матовая сходит так же, как сатиновая, и не держится, то, в принципе, в ней нет никакого толка. Поэтому напишите, пожалуйста, держится ли она на губах хотя бы несколько часов, стоит ли рассматривать ее. Видела в обзорах очень хорошие отзывы на вот эту новинку, пудровый хайлайтер для лица с эффектом загара. Это страница 80.
видела большое количество свочей, и он мне, знаете, безумно понравился. И я обязательно его возьму, когда будет скидочка. Сейчас он пока у нас по 450 рублей, будет скидка, я возьму его однозначно. Оттенки шикарные, видела, как это уже смотрится на лице. Палетка здоровская. Очень хочется взять карандашики для глаз. Но не могу определиться до сих пор. С цветом-то все прекрасно. Но здесь в каталоге еще представлен гелевый карандаш для глаз. Так, где он у нас? Где-то здесь рядом был. И на него мне девочки писали отзывы, что у клиентов была аллергия, глаза чесались, слезились. А на эти вроде как нет. Девчонки, расскажите, пожалуйста, какой именно из карандашей Вэйвэни у вас в фаворитах, на какой нет аллергии? Здесь у нас диамант и просто карандаш для глаз, вот не диамант. Диамант, я так понимаю, он с блесками. Это классно, конечно, на лето, здорово. Мне очень хочется взять бирюзовый оттенок. И он представлен во всех линейках Вэйвэни, но какой именно, я не знаю. Но если уж на гелевый была аллергия, то, скорее всего, наверное, с блесточками или такой. Очень интересно посмотреть, как ведет себя помада лайнер Tattoo Effect для губ. 91-я страничка, потому что здесь заявлено, что она прям держится очень стойко и практически как тату для губ. Но ни в одном отзыве я у девчонок не видела этой помады. Оттенки, конечно, классные, если они действительно смотрятся так на губах, но это вообще потрясающе. Ну вот этот вот довольно носибельный, мне кажется. Остальные варианты вечерние. Классического нюда здесь нет, только вот волнующий ягодный на него похож. Если она действительно держится весь день, я однозначно ее возьму, буду тестировать. Вот он на странице 92-93 гелевый карандашик, про который мне хочется спросить еще, потому что вроде и кто-то хвалит, а кто-то пишет, что есть аллергия. Он у нас затачивающийся, я так понимаю, 210 рублей. Мне хочется взять вот этот бирюзовый оттеночек, но вот слышала негативные отзывы. Напишите, пожалуйста, как он повел себя на ваших глазках. Крем «Заряд энергии». Совершенство, мгновенное выравнивание. Страница 167. Тоже видела море положительных отзывов на этот крем. Он заявлен как убирающий жирный блеск и расширенные поры. Матовая текстура, которая держится, как я видела у девчонок в отзывах, довольно долго. То есть не то, что намазал... Через полчаса опять блестишь. Хочется тоже очень попробовать, но, скорее всего, подожду скидочку. Тут он за 399 рублей. Хотя, наверное, мне кажется, она и так, скидка тут неплохая. Может быть, и возьму и в этом каталоге. Очень интересно, как ведет себя мусс «Автозагар». Потому что я бы воспользовалась, конечно. Это страница 193. Новинка, наверное, относительная, я так понимаю. Вот так он выглядит. Здесь 150 миллилитров, не сильно много, но если он действительно в формате мусса, то, мне кажется, это самое комфортное нанесение. И мусс наверняка лучше наносится, не оставляя пятен. Я так думаю вообще по логике. Крем как бы еще может, а мусс как бы он распределяется по коже лучше. Если вы уже успели попробовать новинку, тоже с радостью послушаю ваши отзывы, потому что я бы воспользовалась. И масочка, ровный тон тоже хочется взять. 115 рублей всего. И девчонки писали, что действительно ровный тон, что она заслуживает внимания. Здесь у нас витамин Е. И, наверное, скорее всего, раз ровный тон, есть в составе глина белая однозначно. Витамин Е вообще я, в принципе, практически всегда добавляю в свои шампуни и крема. Но не во все. Если я купила крем, мне недостаточно питания, я просто добавляю туда жидкий витамин Е. Если вы так еще не пробовали делать, я вам очень советую. Засматриваюсь на эту линейку. Хотела взять с кокосиком, но девочка одна мне написала, что лосьон для тела с ароматом банана просто потрясающий. Но здесь еще и объем 750 мл за 235 рублей. И она написала, что он действительно здорово увлажняет кожу, делая ее бархатистой. И даже тонус какой-то у кожи появляется. Ну, я, наверное, скорее всего, прислушаюсь и возьму вот этот с бананчиком. И уж если мне будет мало питания, то опять же добавлю туда витамин Е. Есть у меня в использовании бальзам-нейтрализатор желтизны. На 207 странице они у нас представлены. Я брала в том каталоге наборчик. Там был шампунь, бальзам, гель для душа, что ли. А, нет, и сыворотка для волос, которую, кстати, в этом каталоге я тоже не вижу. Она вот из этой линейки...
Вот как это маслица и как вот эта сыворотка. Но здесь красным написано. Она, кстати, классная, реально классная. Прям волосик к волосику. Я пробовала только вот это масло, причем несколько тюбиков, и дочери своей тоже. Мне нравится, мне вообще волосы не жирнит. Даже когда я была в темном цвете, и волосы мои были не пожженные, все равно она мне волосы не утяжеляла, не жирнила. Но не забывайте раз в 10 дней очищать свои волосы и кожу головы очищающими шампунями. Это бывают они с активированным углем, либо какие-то скрабы для кожи головы, потому что все силикончики и масла, которые есть в этих средствах, постепенно впитываются в волос. Именно из-за этого у вас начинает жирниться волос, и вы думаете, ой, какое плохое средство, оно мне жирнит. Нет, просто нужно очищать свои волосы раз в 10-15 дней и кожу головы скрабиками и специальными шампунями. Ну так вот, про нейтрализатор желтизны. Выполняет свою функцию, ну, если не на 100, на 80%. Он действительно придает волосам какой-то холодный оттенок. И это есть. Я не ожидала, конечно, потому что до этого пользовалась профессиональными шампунями, там, эстелевскими и другими, и они не выполняли таких функций. И это бальзам, он не сушит волосы. Мне понравилось, буду пользоваться. Интересный дальше. Наборчик на странице 219. За 260 рублей, и мне как бы здесь лосьон-то не особенно нужен, и лосьон-спрей, но скрабик очень хочется для тела, потому что у меня в запасе осталось не так много, поэтому наборчик вот такой, скорее всего, приобрету. Гели для душа Senses за 225 рублей, они у нас в этом каталоге. Это страница 222, и у меня сейчас в использовании вот такой вот розовенький. Это экзотические фрукты и пион, и он потрясающий. Мне он очень понравился и по густоте, и по тому, как он пенится, и по аромату. Он, конечно, несколько часов на теле не держится, этот аромат, но часик я его точно ощущаю, и мыться с ним одно блаженство. Это мой любимый аромат, я люблю пион и чувствую там манго, поэтому за такой объем получить хороший гель для душа по смешной цене – это здорово. Еще интересное предложение. На странице 227 у нас вот такой вот наборчик всего за 399 рублей. Здесь у нас представлен спрей для тела, пена для ванны, гель для душа, увлажняющий лосьон для ног мята и алоэ. Легкости увлажнения. Здорово, если он, конечно, еще охлаждает. И лосьон-спрей для тонких волос, максимальный объем. Я люблю объемные средства. Несмотря на то, что они могут пушить ваши волосы, я все равно люблю. Поэтому наборчик такой, скорее всего, тоже приобрету по довольно смешной цене. Девочки советовали мне присмотреться к таким гелям для душа, которые представлены у нас на последней странице за 139 рублей. Очень рекомендовали «Любовь в Париже», потому что это парфюмерная коллекция, действительно. И сказали, что пахнет прям духами, и аромат на теле можно ощущать довольно долго. Но гели для душа у меня, наверное, вместе с этими наборами будет просто завались, поэтому покупку этой линейки я отложу на следующий каталог. Ну, на этом все, девчонки. Вот такой вот обзор у нас с вами сегодня был по 11 каталогу. Пишите, пожалуйста, комментарии. Мне очень интересно их читать. И очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Ставьте обязательно лайк. До следующих видео. Пока-пока.